Я новичок в демонстрации этого опыта, но он поразил даже вообще бывалых скептиков. И первый бокал мы наливаем чистый... 50. Нет, спиртоз. Во второй бокал у нас человек, который пьет водочку. Спирт не любит там самогон, но водочку уважает, да? Мы, нет, нам дайте нужна обычная вода, нам не надо с кораллом. С кораллом, значит, что любой дурак дайте восстановится. Без а нам же скептиков надо победить. Мы берем 50% наливаем. Сейчас разбавим таким же количеством обычной воды. Сейчас у нас она появится. Я опасаюсь в том, что здесь везде кораллы, пускай несут. Да, но у нас такое, у нас такая тусовка. Мы все, собственно, приверженцы своего продукта, и все у нас появится. И вы сможете показать работу фондетокса. Его способность не разрушать белки, не разрушать, соответственно, клетки печени, клетки крови. Потому что даже если вы выпиваете, знаете, вот эти люди, которые не курят и не пьют, обычно лично меня сильно настораживают. Я ничего не имею против никаких там их убеждений, но я так сразу тоже уже хочу насторожиться. Думаю, может, мне тоже с ними не стоит, мало ли, какой подвох, да? Вот. Но я хочу вам показать, что есть возможность защитить себя и до праздника, и во время, и сразу после, и не будет нанесен тот урон, который, конечно же, алкоголь человеку любому приносит. Так, налили вы мне водички туда? Отлично. И теперь мы сюда наливаем спирт оставшийся. У меня всего лишь мы спирт, мы сюда спирт и фондетокс. И вода чуть-чуть. Да, давайте, здесь тоже у нас будет водка, правильно? Там водка была написана, а не спирт. У нас просто нет водки. Один спирт. И мы делаем... Так, да, у нас только спиртоз. Хорош, хорош. Нет, еще чуть-чуть, Танюш. Так, только не лихо. Хорош, да? Нет, еще чуть-чуть. Сделай как что, как вот здесь. Ну ты глаз-то, ты не умеешь, что ли, наливать? Все хорошо. Открываем фондетокс. Мы сейчас поместим вот в эту водочку, уже вот выпили мы с вами. Ну вот так случилось. Как-то закрутило, повело, как-то и мы с вами усугубили ситуацию в организме. Фондетокс. И теперь я попрошу Татьяну Викторову, или Том, давай, разбей яйцо в первый стакан. Яйцо это типичный представитель белка, очень похожий практически на... клетки организма. Что у нас? Дайте палочку мне деребененькую. Кипяток. Спасибо. Поставьте, пожалуйста. Смотрите. У нас моментально с вами происходит, вы видите, сворачивается белок, скручивается даже без термического. Видите? И вот таким образом организм потом избавляется от этого скрученного белка, избавляется от тех клеток крови, которые от интоксикации свернулись, избавляется от таких клеток печени. Вопрос, если есть в организме ресурс регенерировать, из чего строить новые клетки печени. Поэтому мы в 20 лет выпиваем, и хоть бы что нам. А когда мы выпиваем в 45 или в 50, уже, знаете ли, нечем восстановиться человеку. Нет такой скорости регенерации клеток. Давайте яйцо во второй стаканчик. Теперь это был спиртозик у нас, кто самогон прилюбливает. А вот теперь мы водочку. Водочку поместили. Смотрите, не так плохо дело идет, да? С водочкой-то почти же ничего. Но, тем не менее, этот процесс тоже есть, если помотылять подольше. Еще, знаете ли, мы тут на глаз все это, ну, водку-то мы условно сделали, да? Может быть, тут воды чуть-чуть добавили больше. А вот как мы в фондетоксе покажем, что ничего не свернулось, но вы сейчас увидите. Ничего. Пожалуйста. Это уже любой хозяйке на опыт 3 яйца надо. Ну, как-нибудь... Переживет. Да. И здесь у нас водка, но с фондетоксом. Дайте мне чистую палочку, а то я сейчас это туда намотыляю. Вот смотрите, крутим-крутим, колдуй баба, колдуй дед, ничегошечки. И мы можем сейчас, вот там у нас на дне, кстати, не размешалась водка. Не размешалась. Нет, ничего не произошло, он абсолютно девственный. Пронеси, Тань, покажи, там жгутик один только, нет, ничего не свернулось. Покажи, Тань, поближе людям, помешивая, что совершенно яйцо сохранено абсолютно. Совершенно. И посмотрите, что у нас совершенно в других бокалах.
Сиюсекундный опыт, он дает понятие человеку, что ты можешь защитить себя от алкоголя, но ты можешь и восстановиться, потому что формула фондетокса выглядит именно так, что вызывает достаточно активную регенерацию клеток, но самое главное, сохраняет. Ведь не только печень же убивает не только алкоголь. Очень многие продукты, которые, ну, так или иначе касаются печени не позитивно, скажем так. В общем-то, этот продукт и непосредственное отношение имеет и к сохранности поджелудочной железы, потому что алкоголь в первую очередь будет действовать и на нее, даже еще с большей интенсивностью, чем на печень. Ну что, выпивать мы сегодня уже с вами сможем, даже те, кто никогда не рисковал так сильно, фондетоксом можем обеспечить.